Всем привет, все манипуляции семеры произведены. Теперь можно заводить. Осталось только вот вытащить подсос. Но не на всю. Потому что на всю почему-то фигово. И пробуем заводить. На улице где-то минус 8. Посмотрим, как она заводится. Давно уже стоит. Ну, в принципе, это видно. Так, сцепление выжил. И погнали. Почти. Здравствуйте. Оп. Вот и все. Готово. Машина прогрелась. Я выехал. Еду я на озеро, мною неизведанное. Там уже находятся товарищи мои. Ловят рыбу. Посмотрим, что у них там клюет или не клюет. Половим рыбу. И самое главное, надо найти это озеро, потому что до него идти 1,5 километра пешком. То есть машину надо ставить и куда-то идти пешком по тропинке 1,5 километра. Вот сейчас это все посмотрим. Посмотрим, что они поймали. Я взял подводную видеокамеру. Ой, чехол для видеокамеры, для подводной съемки. И попробуем заснять что-нибудь под водой. Посмотрим, что там есть. Какая рыба плавает или нет. Вот, в общем, продолжение следует. Съехал с дороги, с асфальтированной. Теперь по лесной дороге. Сказали, что до упора, а там упора не видно в дороге, но ехать до конца, как упираешься, потом пешком. Смотрите, а там упора вообще нету, конца дороги не видно, то есть ехать еще прилично. Ну ладно, хоть дорога такая, но ехать можно. Опа. В общем, я, как всегда, со своим баловством опять встрял. Опять у меня машина в кувете. Точно так же, как и было до этого, когда я катался на ней. Левое колесо провалилось, переднее, все, она встряла. У меня ничего с собой нету. Вот это колесо, видите, как поднято, оно висит просто в невесомости, естественно, оно крутится. Я хочу как, у меня есть только трос. Вот трос к дереву привязал, это колесо крутится. Сейчас задний ход дам, буду колесо крутить. И надо, чтобы машина вытянулась за счет этого дерева. Каким образом? Но я планирую, что трос будет скручиваться и, естественно, будет при скручивании уменьшаться и потянет за собой машину. В общем, как-то так хочу попробовать. А план-то работает. Смотрите, как уже. Я вылез уже почти. Просто сейчас машина. Но сейчас колесо потянет теперь еще поближе к дереву. А здесь, смотрите. Смотрите, где я был, где колесо. И теперь оно выехало. Все нормально. Здесь колесо было в яме вообще. Не знаю, успею ли я на рыбалку, потому что до этого мучился, видите, подкладывал все это, ломал всякие веточки, вот эти вот. Ничего не помогало. Тросом этим пробовал на колесо наматывать, ну, чтобы побольше, потому что побольше было, ну, сцепление. Потому что здесь, видите, как фигово все-таки же. Шипов нету. Вот. А так, рабочий вариант. Сейчас еще подтянется. На дерево напряга почти никакого нету, потому что здесь лед, свободно оно тянет. Сейчас должно, в общем, все получиться, я думаю. Я приехал, уже иду пешком до озера. Видите, какие здесь просторы красивые, красота.
мои следы. Иду по какому-то пруду. Видите, как ловко можно достать машину? Вот так вот. Это хорошо. У меня ни заварки, ничего нету. Мост у меня там не заваренный никакой. Просто колесо висело. Вот это, к которому я привязал трос. Ну и, соответственно, оно всегда крутилось до того момента, пока, ну, не встало в распор. А потом начало другое крутиться. Вот. Этот трос подтягивал, когда схватывалось это колесо, когда тому было в нагрузку уже крутиться. И получается так, что вот выехал. Короче, голову надо подключать всегда. Был бы трос подлиннее, было бы все быстрее. То одинарный трос, ну, сложнее скручивается. Был бы двойной, то есть если бы он скручивался косичкой, вот это вот было бы эффективнее. Так что можно всегда что-нибудь то придумывать. Ладно, идем. Сейчас посмотрим дальше, что будет. Иду по каким-то волчьим следам. Может, собака какая-то. Ну, вряд ли, тут собака без хозяина не будет. А следов человека нету. Какое-то животное. Вон там кто-то бегал тоже. Тын-тын-тын-тын-тын. Прибежал, убежал. Так что, может, сейчас кого-нибудь заловим. Ух. Самое главное покороче. Неважно как, зато покороче и побыстрее. А так все нормально. Впереди такая же преграда. Так. Выход есть всегда. Рыбалка есть рыбалка. Почти дошли. Выхожу на озеро. Все, дошел. Я смотрю, кто-то здесь на мотоциклах даже ездит. На мотоцикле сюда приехать. Офигеть можно. Сейчас надо найти наших всех. Что-то я не пойму, где они. А, вон машет. Вон машет уже. Все, нашлись. Идем и смотрим улов для начала. Вон флажочки стоят уже. Жерлица. Ну что, клюет, Ром? Ну да. Окунь. А где окунь-то? Клюет окунь. А где щука? Была щука? А, вот, кстати, щука. А, это свежепойманная, да? Смотри-ка, да? Нормально. Да, живая еще. А, вон еще. Блин, фига вы тут без меня. Получается, клюет. А где еще окунь? Там возле у Кости, да? Сейчас покажу еще окунь. Костя, глубина большая? Где-то туда стоит. Вот такие окушки. Больше ладони, да? Свежепойманный окунь. Ну-ка, покажи. Да, это 8. Рыбу распугает. Не будем отпускать, а то рыбу распугает там. Bye.
общем, рыбалка сегодня идет нормально. Клюет нормально. Ну, как бы и окуньки, и щучки. Я просто не смог сегодня с утра поехать, там дела были. Вот под вечерок после обеда приехал. Но все равно поймал что-то. И то интересно. Так развеяться, развлечься. Ну вот, семерку подоставал. Короче, сегодня день такой был впечатлительный. Сейчас уже будем собираться. Озеро посмотрел. Первый раз здесь на этом озере. Озеро большое, в принципе, так-то. Рыбаков много. И у всех клюет сегодня. И щука берет. Он рядом, он с нами рыбак ловит. И окунь. Ну, в общем, все. Сегодня день рыбалки такой. Рыбный день. Сейчас уже будем сниматься. Снимать жерлицы все. Собираться и поедем обратно. Я сегодня поймал только окуней. Щучку, конечно, интересно было бы заловить. Но сейчас, может, что-нибудь еще сработает. Если сработает, то посмотрим щучку. Вот, а так окуней я штук 5-7 поймал. Ну, нормально, что пойдет. Сейчас собираемся и поедем домой. Надеюсь, без приключений, как обычно. Выехали мы домой. Все, отловились. Щуки больше не попалось. Жерлицы пока снимали, никого там не было. Никто не клюнул. В общем, в общей сложности сегодня выловлено штучек 10 щучек и штук, наверное, 30 окуней. Окушки сегодня хорошо брали. Ну, в принципе, и щука нормально. Жаль, что только я поехал не с утра, а вот приехал после обеда. Ну ладно, в следующий раз поеду вовремя. И, может быть, уже возьмем палаточку и на ночь. Ну, так что, если поеду на рыбалку, все засниму. Едем по лесу. Обратная дорога. Здесь надо быть аккуратнее. Уже казусы были, как знаете. Так что аккуратно едем. По этой лесной дороге, оказывается, ехать 8 км, что ли, Рома сказал. Так что нормально так, прилично. Всем пока. Спасибо, что смотрели ролик, что смотрите мои видео, что подписаны. Кто не подписан, подписывайтесь. Продолжение роликов следует. Будем снимать, будем стараться. Всем счастливо, удачи и пока.